Здравствуйте. Хотел представиться, но увидел, что здесь крупным шрифтом имя и фамилия. Я надеюсь, что у нас получится душевный разговор. Так что, пожалуйста, приступаем. Я бы хотела начать с признания в любви вам, как к талантливому музыканту, исполнителю. И, наверное, талант, он не может быть только в музыке. Наверное, вы талантливо и живете. Очень бы хотелось узнать о том, как впервые к вам попал музыкальный инструмент. Что было толчком к занятию музыки? А вы знаете, вы сказали, что признаться в любви. Я вдруг подумал, что это в подростковом возрасте для мальчика самое сложное. Сказать вслух о том, о чем не нужно говорить вслух. Есть влюбленность, увлеченность, а любовь – это уже скорее верность. То есть любовь требует опыта. Влюбленность, обремененная опытом, продолжающая быть влюбленностью, это и есть любовь. А мы видимся первый раз сейчас, а вы уже сказали, признаетесь в любви, и мне это очень приятно. Музыкальный инструмент попал в руки благодаря моей замечательной маме. Она хотела, чтобы ее ребенок чем-либо увлекался. Отдавала меня в различные спортивные кружки, затем пыталась меня увлечь рисованием. И даже у нас был такой один общий обман. Нужно было на завтра принести какую-то картину по сказке какой-то, сейчас не помню. Она говорит, ну ладно, ты устал, спи, я сама попытаюсь. И я нарисовал, то есть мама нарисовала, а я принес в школу. Меня очень похвалили, мне было стыдно. Но сама картинка мне очень понравилась. Вот, потом я пытался сам рисовать. Все это как-то, ну, не складывалось, что ли. Фехтование возникло от фильма «Три мушкетера», метание ножей от «Великолепная семерка», гитара «Битлз». Вот, поэтому вот в этом возрасте очень важно с этим... Ничего не поделаешь. Только надо попытаться вникнуть. Вот моя мама это делала. Она, не будучи музыкантом, но очень музыкальным человеком, она следила и направляла меня. Выгоняла на улицу гулять, когда я стоял, пиликал, как говорили, со слезой. А почему ты не пойдешь к своим друзьям? Вот они там... мяч гоняют или на велосипедах катаются. А я еще это не сделал, то, что мне учитель сказал. Мама говорит, а ты отложи скрипку, бери свой велосипед, катайся, проголодаешься, вернешься домой, поешь и, может, еще позанимаешься. А у меня уже была ответственность перед мамой. Я катался сколько хотел, действительно, чувствую, есть хочу. Ну, поехал домой. Поел. И думаю, ну я же молча обещал. Поэтому мама была, конечно, гениальной мамой. И в Одессе есть школа имени Столярского. И сейчас он говорил, мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы. Вот моя... Ну, а я добавлю и папы. И папы тоже. Обязательно нужны и папы. Потому что, когда меня начали учить музыке, папа, возвращаясь после работы, очень уставший, он говорил, ну, раз тебя учат музыке, давай-ка саккомпанируй меня. У него был прекрасный голос. А пел он то, что слышал и видел по телевидению. Это, значит, «Голубые огоньки» первые, это Муслим Магомаев. Он и все эти песни пел, а я, не знаю еще нот, должен был по слуху
нащупывать и подбирать ему аккомпанемент. Поэтому я считаю, что с папой мне тоже очень повезло. В общем, надо детей своих чем-то увлечь. Вот я попал в школу музыкальную, и на следующий день в дом привезли пианино. У нас его не было. Привез дедушка, который сказал, ну, если учат музыке, дома должен быть рояль. Но он не знал, что есть пианино, рояль. В общем, клавиши нужны. Ну вот. Так что это совершенно случайно произошло с музыкой, с инструментом. А уже всерьез классическая музыка, это, я должен вам сказать, признаться, что тут я должен благодарить Владимира Ильича Ленина. Только, пожалуйста, не думайте, что я с ним был знаком и что я вообще когда-либо был членом какой-либо партии. Но так случилось, сейчас я вам скажу. Вот только в подростковом возрасте молодежь знает, что хорошо в данный момент и что модно. Это еще нигде никто не написал. Это носится в воздухе. Поэтому у кого есть дети и внуки, присматривайтесь. И будете оставаться молодыми сами. И модными. И так из нашей жизни, а мы молились на Битлз, и так из нашей жизни вдруг Битлз исчезли. Они, конечно, никогда в моей душе они не уйдут, из моей души. Но это было не модно уже. И вдруг жизнь рухнула. Нет Битлз. Что делать дальше? В это время появился знаменитый Джимми Хендрикс, которого я всей душой не мог принять. Но потом, с годами, я понял, что он гениальный человек. Я не был готов. Так же, как и к джазу традиционному. У нас Высоцкий не был в моде, потому что мы думали, что он это блатные песни только пел. А слова-то мы не слушали, а только музыку. А музыка это блатная была. Мне очень понравилось американский джаз-рок. Это группы «Чикаго», «Кровь, пот и слезы» и так далее. И я попытался в своей группе следовать этому стилю. Получилась жалкая копия, потому что не было ни традиций, ни мастерства, и аппаратуры такой не было. И вот так, что делать дальше? Жизнь подошла к концу. А мне было 14 лет. И в это время объявляется конкурс в столице Украины, посвященный столетию Ленина. Вот как он мне помог, Владимир Ильич. Я стал готовиться к этому конкурсу и совсем ушел уже в классическую музыку. Стал победителем, одним из победителей этого конкурса, а потом Москва. И теперь вы меня здесь видите. Вот. Спасибо. Юрий Абрамович, добрый вечер. Добрый. Ростропович, о нем всегда много историй. Скажите, пожалуйста, какая история ваша? И еще, как отозвался в вашем сердце его отъезд? Спасибо. Давайте с конца. Я вам скажу, как отозвался его отъезд. Это была трагедия. Мы были студентами консерватории, все играли в симфоническом оркестре, он дирижировал. И в конце рыдала публика, слава, на кого ты нас покидаешь, плакали, море цветов, а мы все, рискуя оказаться в Сибири в это время, мы все спрятали по цветочку за спиной и на сцене ему вручали. Я со своим однокурсником в час ночи после этого концерта, а он у него учился, виолончелист, мы ему позвонили, он взял трубку.
и выразили свой ужас, что ли, его, в связи с его отъездом. А он сказал, старички, как он, не переживайте, мы еще встретимся и вместе поиграем. Все будет хорошо. Главное, оглядывайтесь, чтобы вас сейчас никто не видел. Примерно так. Ну, я приехал, будучи, ну, можно сказать, звездой из города Западной Украины, город Львов. Вот, меня все знали, я был гитаристом. Приехал в Москву. И тут со своей внешностью я, наверное, казался окружающим всем лицом полукавказской национальности. Ну вот, так скажем, и никто меня не мог оценить в консерватории. Ну да, по специальности я лидировал сразу, еще при поступлении. Ну, конечно, так довольно нагло я решил познакомиться с великими музыкантами лично, раз уж я студент Московской консерватории. Ну и вот я провел такой эксперимент. Я здоровался с Ойстрахом, Коганом и Ростроповичем. Они меня не знали. И вот я делаю в холле консерватории, это первый этаж. Навстречу идет Давид Федорович Ойстрах. Я становлюсь у него на пути. Никого больше нет. Такой просторный холл. Говорю, здравствуйте, Давид Федорович. Он улыбается, протягивает руку. Говорит, здравствуйте. На его лице выражается недоумение, потому что я здороваюсь, но он меня не знает. Он, а вы, я говорю, я студент консерватории. А мы, я говорю, мы с вами не знакомы. Я хотел с вами познакомиться, выразить свой восторг. И я вас не раз слушал, ваши концерты. И, а вы к кому поступили? Ну, я ему все рассказываю. Да, это замечательный альтист, он говорит, Вадим Васильевич Борисовский. Замечательный. Ну, я буду рад вас видеть. Заходите ко мне на мои уроки. И желаю вам успехов. Все, я счастливый. Он пошел в свою сторону, я в свою. В следующий раз встречаю Когана Леонида Борисовича. Вот, я сказал, здравствуйте, Леонид Борисович. А он быстро шел, руки длинные, значит, футляр скрипичный, почти у пола. Вот, он так повернулся, посмотрел на меня, ну, примерно так. Вот, значит, и не узнав во мне знакомого, ничего не ответил и побежал дальше. Потом у нас с ним были чудные встречи, но вот это первое впечатление. А Ростропович, когда он появлялся, уже все знали. Вот он еще только входит в здание консерватории, а на втором этаже понятно, что идет Ростропович. Как это было, не знаю. Что-то в воздухе. Конечно, у него были недосягаемые какие-то французские духи, которых ни у кого больше не было. Конечно, какая-то, может быть, суета в мелочах появлялась. То там, то здесь, что-то такое. А, что-то происходит. Это что-то, это в консерваторию входил Ростропович. Так вот, он быстро несется по этому холлу. Я говорю, Мстислав Леопольдович, он останавливается. Я еще не успел даже поздороваться. Он сказал, друг дорогой! И он меня тут же в объятия, значит, и потащил к себе в класс. Класс был переполнен студентами, ни одного места. Он кого-то поднял, сказал, что ты здесь сидишь? Я своего друга привел, быстро побежал за стулом. Значит, и он куда-то убежал, этот студент, поставил стул. И вот весь этот урок, 3 часа, я сидел и восхищался, слушал, как он занимается. Всем известно, что первый состав труппы «Солисты Москвы», будучи на гастролях во Франции, остались почти целиком. По сути дела, это, ну, предательство. А вы почему не остались с ними?
как вам сказать, они не во время гастролей остались, они официально выехали по контракту. И этот контракт я подписал с мэром города, Монпелье. Тогда все искали, вы понимаете, ничего не было. И все искали пути для улучшения, значит, бытовых условий, жизни. Тогда грузинский камерный оркестр Лиана и Сакадзе уехали в Ингольштадт, в Германию. Виртуозы Москвы Спивакова в Испанию, в город Овьедо. А я тоже занимался этим, этой проблемой. Сам не собирался уезжать, но камерный оркестр, там каждый человек на вес золота. Вот в симфоническом 100 человек, если из группы 30 скрипачей один или двое, или даже пятеро уедут, а другие все равно придут, то, в общем, такой большой разницы не будет. А вот если 6 человек, группа первых скрипок, и одного нет, рассыпется вся цепочка взаимодействия. И это будет сразу слышно. Все равно бы они сами стали разъезжаться. Поскольку у меня был первый состав, это практически как сборная команда спортивная. Потому что у меня были двое лучших из Киева, один прекрасный из Белоруссии, из Минска, там другой из, не знаю, из Ленинграда, там 5 человек было. Вот когда организовались уже, и в Москве уже были, прекрасный ансамбль, очень профессиональные музыканты. Но они уже покинули свои дома. Вот те, кто из Питера приехали, 5 человек, они ведь уже переехали в Москву. А тот, кто из Новосибирска переехал в Ульяновск, а потом я его взял, и он уже был в Москве, это, я тогда не мог это осознать, вообще представить себе, что для них Москва – это тоже очередной трамплин. Понимаете? Конечно, это предательство, вот как вы сейчас сказали. А было у нас собрание перед выездом. Все поднимали руки, что это временный контракт, и что мы едем на временное пребывание во Францию. Вот. Но они об этом быстро там забыли. А если я был для этих моих коллег звездой, которая бесконечно гастролирует где-то в Америке, там Европа, Япония, потом я приезжаю, мы репетируем, и они все в Москве. Я с ними репетирую, и мы вместе дальше тоже гастролируем, потом они остаются в Москве, а я дальше поехал на свои гастроли. То это они, ну, подспудно, что ли, это они, это им нравилось, что у них такой лидер, я. А вот когда они уже жили в Монпелье, а я приезжал к ним на репетицию из какой-то там Москвы, уже совершенно другая получилась история. В основном это семейный бунт. Это вообще экономическое плохое положение было в этих семьях. И они хотели улучшить. И могли. Там было всего 23 человека, и в результате выехало 80 с чем-то. Потому что с женами, с мамами, папами, с собачками, с кошками, с детьми. И в результате вот столько человек получили визы. Вот потом, хозяин этого мероприятия в мэрии в городе Монпелье, он хотел себе этот оркестр практически присвоить. И тогда я понял, что такое западная демократия. Я отказался от этих условий. Все. Дальше был суд, на котором я не был, который присудил имя. Имя оставалось у меня. И тут я встретил во дворе консерватории Ниночку Львовну Дерлиак. Это, кто не знает, это супруга Рихтера, Святослава Рихтера. Она очень мудро мне сказала: «Юрочка, все разъехались, а у нас очень много талантливой молодежи, вы им очень нужны, поэтому забудьте всякие обиды, откройте чистую страницу и создавайте новый, значит, состав тех же самых солистов Москвы». И таким образом из
лучших студентов, тогда был создан ансамбль «Солисты Москвы», который вы наверняка все знаете, который все прекрасно проживают у себя дома и ездят на гастроли. Вот. Новому составу «Солистов Москвы», как бы вторая жизнь «Солистов Москвы», она продолжается уже 25 лет. И в жизни, в семейной жизни, 25 лет – это когда пара знает друг о друге все, уже нету никаких неожиданностей, уже все предсказуемо. Вот на какую семью похожи вы и «Солисты Москвы»? Хороший очень вопрос. У нас действительно в этом сезоне мы празднуем наш юбилей у себя дома, на родине. И огромное количество концертов в разных городах. Вот первый блок мы уже сейчас отъездили. К вопросу о семье. Есть понятие ауфтакт. Ауфтакт – это когда взмахивает дирижер рукой, а потом в сильную долю падает рука. Да? Если по характеру должна быть агрессивная нота, скажем, то тогда ауфтакт такой. А если она будет плавная, мягкая и темп медленный, то такой будет. Да? И вот представьте себе оркестр, и каждый из них, у него своя жизнь, свое счастье, свое несчастье, или свое настроение, и так далее, и так далее. Причем каждый день оно другое. Но у всех оно разное. Есть один, который реагирует на такой ауфтакт так, что я боюсь ему так показывать. Вот если это виолончели, то в этом случае я на него не смотрю. Потому что если я вот так сделаю, он настолько проникается и мгновенно реагирует, он может вместе с виолончелью назад со стулом улететь просто. А другому, если я мягче покажу, он сыграет вяло. Ему надо вот очень активно. Поэтому возникает какое-то такое среднеарифметическое, что ли, общемузыкальное понятие, это все суммируется. Все устают, я это по себе знаю, смотрю, как они раньше изнывали от усталости, а теперь уже закалка появляется. А меня в свое время закаливали Рихтер по 8 часов репетиции дома и Витя Третьяков, с которым мы Брамса репетировали с 9 до 12 ночи. И тоже уже усталость, а все-таки ради чего? И вот когда появляется творческая цель, то усталость перестает быть усталостью. А наоборот, тебя посещает какая-то внеземная божественная энергия. Ты наоборот все лучше становишься. Вы исполняете музыку Чайковского, Мусоргского. Чувствуете ли за нотами автора? Знаете, в дневниках Чайковского я как-то... мне это запомнилось. Он пишет, еду туда-то в карете, еду, да, проблемы там у брата, тут нужно оплатить это, скоро надо семью собрать, решить это. Потому что вообще он как бы... Все мы знаем, что фон Мэк ему помогала. Но, а он, в свою очередь, он всю семью содержал. В общем, у него очень плохое настроение. И он вот это все в дневнике в своем пишет, пишет. Потом через час опять написал. И в конце концов, говорит, заболеваю. И я помню, это в конце правой страницы. Заболеваю. Тут троеточие. Заболеваю. Ужасное состояние. Заболеваю, я думаю. А тут надо уже переворачивать страничку. И в конце написано «Ура, заболел!» Думаю, ну, чуть не переворачиваю страничку. Оказывается, что такое заболеваю? Это когда вот эти три ноты или четыре, вокруг которых у него там в подсознании эта работа идет, идет, идет. Но когда он закричал и написал «Заболел!», значит, срочно остановиться в первой гостинице, срочно нотную бумагу и срочно записывать. Вот «Ура, заболел!» – это, понимаете? Да. Но, понимаете, но знать это не обязательно для того, чтобы его исполнять. Но что-то все равно проникает.
и начинает незаметно руководить этим процессом. Тут, конечно, я не думаю, что я играю музыку Чайковского. Я в этот момент, вот простите меня, но я думаю, что я Чайковский. Расскажите, пожалуйста, вот как возникла идея проектов с Константином Хабенским и почему именно этот актер вас заинтересовал? Спасибо. Ну, я должен сказать, что мне просто предложили проект, в котором будет актер Хабенский, а поскольку я с ним не был знаком, это уже много лет прошло, я с радостью согласился, конечно, мы встретились, и тут он меня удивил. Удивил своей невероятной работоспособностью, проникновением в суть текста, талантом, конечно, и музыкальностью. Он делал паузы точно там же, где и мы. Он по записи это сделал. Он изучил досконально нашу запись. Произведение идет хороших 40 минут, музыкальное. А потом живем в концертах, мы могли бы сыграть и чуть подвижней, и в другом состоянии. Он потрясающе реагирует и сам предлагает. Он шикарный партнер сценический. И он еще в таком развитии находится, что мы еще многое-многое увидим. Он еще далеко не показал все свои возможности. Однажды в интервью вы сказали о женщинах, музыке и карьере следующее. Любовь много сильнее, чем рояль. Скажите, пожалуйста, ну почему же вы нам, девушкам, отказываете в служении музыке? Спасибо. Ну, значит, во-первых, я никогда не отказывал девушкам. Ну, да, она, понимаете, конечно, если она еще и умеет играть на рояле, а таких немало, а есть великие, например, по-моему, самый потрясающий пианист сегодня, живущий и играющий, это женщина, это Марта Аргерих. Она, ей уже так за 70, но она в потрясающей форме. Я считаю, что это, ну, такой, не люблю сам приклеивать какие-то бирки, но она, конечно, лидирующий пианист уже много десятилетий в мире. Вот, такая есть Марта Аргерих. У нас есть Элисо Версаладзе, у которой есть ребенок, но у нее есть рояль. Вот. И не только пианистки, у нас есть Наталья Гутман, виолончелистка. Из молодых у нас, я про девушек, только про женщин сейчас, у нас есть Алена Баева, потрясающая молодая скрипачка. У нее, по-моему, двое или трое детей. Но она... Я тогда в этом интервью, видимо, говорил, знаете, о чем? Что трудно быть женщиной-мамой и в то же время быть артисткой, музыкантом на сцене. Вот это нелегко как-то по жизни получается. Есть такая... Пиреш, португальская пианистка, Мария Жуа Пиреш. Я помню, мы вышли в Париже играть концерт, и на репетиции стали появляться какие-то дети, причем, оказывается, а она вот такого роста, маленькая-маленькая, Мария Жуа Пиреш. Так это ее и дети, и внуки, и она репетирует. Так, это брось, это не ешь, значит, быстро. Потом кто-то из них там дотягивается до клавиатуры пальчиком. Она его бьет, не трогай, потом. Значит, и вот они все, она такая наседка. И она умудряется. Но поскольку все живут в Париже, конечно, они все пришли. Я понимаю, что она, приезжая, допустим, к нам в Москву, вряд ли всех привезет. Вот, так что, но это все исключение. Добрый вечер. Я знаю, что вы сейчас набираете новый состав юношеского симфонического оркестра. Вот скажите, пожалуйста, вам, наверное, приходится много ездить по городам и весям России, отсматривать детей. Вот чем вас удивляет нынешнее поколение? Трудно ли быть членом жюри и трудно ли детям сказать «нет»?
У нас график такой плотный, гастрольный, что специально ездить на прослушивание я не могу. Вышли из положения очень честно и логично. Вот там, где у нас концерт, в этот день взяли за правило музыкальная школа или колледж, два, сколько нужно, иногда 3 часа, конкурс, прослушивание. И поэтому я имею очень четкое представление о том, в каком на сегодняшний день состоянии находится детское специальное музыкальное образование. Наша страна огромная, и она и рождается масса талантливых людей в разных областях. И находятся где-то в разных концах архиталантливые. Но это огромная территория. А с такими талантами из огромной территории все устремляются в мегаполис. Да? Проходят свои конкурсы в школах и так далее, и так далее. И в конце концов лучшие, самые талантливые оказываются в Москве, в крайнем случае в Петербурге, в консерватории. Дальше в самой консерватории бешеный конкурс. Тоже. Поэтому, а я вам еще хуже скажу, что есть даже победители конкурсов первой премии, о которых дальше мы ничего не слышим и не знаем, где они и что. То есть конкурс это еще не все. Надо потом, надо, если ты один раз понравился публике, то дальше ты в вечном долгу у этой публики. Я так это ощущаю. Потому что в следующий раз, если вы знаете, почему вы пришли меня слушать, ну, меня, я сейчас говорю как пример, да? Если вы знаете, зачем вы пришли опять на мой концерт, на другую программу, то основная моя задача вас не разочаровать. Я у вас в долгу, раз вы пришли опять. Так вот, самое страшное, это люди, которые однажды появившись, потом мы их нигде не видим, не слышим. По каким-то причинам. Думаю, это я вот на ваш вопрос, потому что я думаю, дело в том, что они используют музыкальный материал для того, чтобы нравиться публике. А это как раз самая большая ошибка. Надо самому становиться Моцартом в данный момент, когда играешь Моцарта. Или Шнитке, когда играешь Шнитке. Или Шостаковичем, или Чайковским. Вот если так относиться к уртексту композитора, то тогда я буду в вечном долгу, но вы будете всегда приходить ко мне опять. Понимаете? Почти 10 лет назад вы организовали фестиваль в Сочи. Зачем вам это было нужно тогда и почему вы этим занимаетесь сегодня? Спасибо. А вы не из Сочи? Нет? Нет. Я из Краснодарского края. Ну, рядом. Дело в том, что у нас было юбилейное турне по всей стране 10 лет назад. Вот сейчас 25 лет мы празднуем, а 10 лет назад было 15-летие солистов Москвы. И поскольку был в тот момент дисбаланс, мы играли, скажем, 80 концертов за границей и максимально 20 дома, в России. И я вот подумал, что юбилей хотелось бы отметить дома. Что это значит? Проехать по всей стране. Вот где нас захотят, такое турне сделать. И первый концерт был в Сочи. Вот так по плану получилось. И никакого фестиваля и ни о какой Олимпиаде речи не было тогда. И мы играем концерт в Зимнем театре в Сочи. Много людей. После концерта небольшой банкет, на котором присутствует Роднина, Слава Фетисов и министр тогда культуры Швидкой Михаил Ефимович и директор филармонии. И нам говорят, вот, Юрий Абрамович, такой замечательный концерт, а может вы бы 2 или 3 дня поиграли бы у нас? Вот. И так возникла идея маленького фестиваля на будущее. Потом Михаил Ефимович поднял рюмку и сказал следующие слова.
А вот ты знаешь, что в зале сегодня находятся конкуренты наши из Зальцбурга и из Кореи. Через месяц будет решение, где же будет проводиться зимняя Олимпиада. И говорит, и если мы не выиграем, опять скажут, что культура виновата, сказал Михаил Ефимович. Вот я не поленился через полтора месяца, когда стало известно, что Олимпиада будет в Сочи, не поленился, позвонил и сказал, Михаил Ефимович, ты прав, культура виновата, мы выиграли. Понимаете? Да. И после этого, а это было за 6 лет до Олимпиады, фестиваль родился за полтора месяца до этого решения, и он развивался прямую, вот вплотную к Олимпиаде, подошел как основная начинка культурной программы самой уже Олимпиады. И все волновались, тоже вот кто не знал, говорили, а фестиваль-то будет? Ну, прошла Олимпиада, шикарно там все, все замечательно. А что с фестивалем? Я говорю, ничего, он был и до Олимпиады 6 лет, и дальше будет. Это, почему мне это интересно? Это фестиваль искусств. Там можно и баловаться, и шутить, и там масса премьер у нас. Вот тот же «Маленький принц» родился в каком-то году, в прошлом, наверное, в Сочи. И в этом году будет премьера. И еще будет, приезжают симфонические, значит, коллективы. Представлены все жанры. Даже с Карповым шахматы играли в рамках фестиваля, понимаете? А я сказал, даже тот, у кого есть билет на концерт, но он не сыграет партию в шахматы, там в фойе будут доски лежать, а у него не будет пропуска в этот концертный зал. Понимаете? Вот. Так что жизнь прекрасна, интересна. И Сочи – это тот самый город, где все хотят и поддерживают этот фестиваль. Но больше не материально, а так всем нравится, я бы так сказал. Добрый вечер, Юрий Абрамович. Подскажите, пожалуйста, вы свободный человек? Я, если вы личностно спрашиваете, то я женат. А если вы имеете в виду общо, я стараюсь быть свободным все время. Но я бесконечно должен оглядываться. И всем это советую делать, потому что вся жизнь – это борьба за оттачивание вкуса собственного во всем. Это и в музыке, это и в жизни, это во всех мелочах, и в одежде, как хотите. Вообще, следить за речью, следить за внешним видом, там, я не знаю, и все поступки, все поступки очень важны. Да. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, а как вы оказались почетным строителем города Новокуйбышевска? Там есть школа номер один, музыкальная, в городе Новокуйбышевске. Обратились с просьбой, разрешу ли я им использовать мое имя, что они будут школа моего имени. Но я не думал, что при жизни такие вещи происходят. Там улицы, памятники, ледоколы, там, я не знаю, вот это, и тут музыкальная школа. А оказалось, что это возможно при моем согласии, и есть решение, там, горсовета, потом думы, там, все это, оказывается, проходит какие-то инстанции. И это состоялось. Я поехал навестить эту школу, теперь уже моего имени. Вот приезжаем, ну, улица, ну, вот вчера 9 мая 45-го года было, вот там, где-то в Берлине. Вот просто разруха полная. И школа такая же. Но зато на двери потрясающая золотая такая надпись по диагонали прекрасным почерком. Музыкальная школа номер один имени народного артиста Юрия Башмета. Я говорю, ребят, давайте либо эту табличку снимем, либо здание отремонтируем. Потому что, ну, нехорошо получается. Они выполнили свою, там, мэр. Через год приезжаю туда же. И говорю, мне, водителю, давай-ка мимо школы проезжай. Привозит, стоит евроремонт, школа.
На самом деле, я думаю, замечательно. Но ужасное зрелище, а вся улица разрушена, и только одно это здание. Тут я говорю, знаете что, надо это... улиц. Хотя, конечно, это замечательно, что ребенка ведут в храм искусств. Храм, да, он отличается, но не до такой же степени. Все-таки нужно эти дома тоже привести в порядок. Но после чего, это не все. После чего я на вокзале невозможно было пройти по перрону. Вот такие колдобины, льдина, это зимой было. Ну, невозможно. Падают все люди, ходят там. Вот, я говорю, и вокзал надо привести в порядок. И вот после этого возникла эта формулировка, значит, они меня сделали почетным гражданином города, и все, я все время напоминаю, что вот еще там надо. Они храм отстроили там. Все. Правда ли говорят, что ваша жена, чтобы добиться у вас аудиенции, записывается заранее? Спасибо. Да, мы редко видимся, потому что, да, но так это звучит, записывается заранее. Она просто поняла, что на ходу обсудить какую-то тему трудно. Потому что я все время с кем-то занят, и мы вот тут программа, здесь расписание, здесь это. Поэтому она просто хотела обсудить серьезно, чтобы никто не мешал. Вот со мной, это, она сделала это не в шутку, она очень серьезный человек. Это правда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша дочь Ксения Башмет, пианистка. Как вы ее поддерживаете, ее и своих учеников? Да, это серьезная тема. Но представьте себе, ребенок с детства много часов, вместо того, чтобы, ну, для мальчиков там гонять футбол или велосипед, вот то, о чем я уже говорю, и просто много-много часов сидит за инструментом. Да, значит, он что-то пропускает, наверное. А потом успешно развивается, потом поступает в школу, в консерваторию, участвует в конкурсе, получает премии. И, наконец, в лучшей консерватории мира, это я без преувеличения говорю. А, и вот этот человек, это на примере моей дочери, все это пройдя, и начинает работать в лучшей консерватории мира. И ее зарплаты не хватает, чтобы оплатить 3 штрафа. Поэтому я, в общем, очень серьезно тоже изнутри знаю эту ситуацию. И я считаю, что у нас преподаватели, ну вот музыкальные, они мало очень денег получают. А ведь если они все равно будут преподавать, если у них вообще забрать даже эти деньги. Потому что они фанатичные люди, но... Если думать о будущем, о народе в будущем, то, конечно, всех учителей нужно сильно утроить, учетверить их, оплату их труда. Просто потому что, как говорил старший Михалков, это никогда не забуду, ну, дядя Степа Велика, этот, да? Вот, как он говорил, его комсомолка спросила, она сказала, ну хорошо, но вы же, да, вы поэт, но вы же детский поэт. Так, нет. А он, девушка, сегодня это дети, а завтра народ. Я занят. И ушел. Расскажите о медальоне у вас на груди. Да, я его ношу уже 3 года, не снимая, с утра до ночи. Повесил и подарил мне патриарх ортодоксальной церкви в Тбилиси, русской церкви, Илье. Его все там очень уважают, знают, он уже старец, умудренный жизненным опытом. И вот много лет я туда не ездил, потому что меня туда не приглашали. Вот когда начались эти все проблемы между Россией и Грузией политические, меня перестали туда приглашать. И вдруг ко мне обратилась Надя Михалкова, попросила, чтобы я приехал в Тбилиси для поддержки музыкальной школы, 10-летки. Это как у нас ЦМШ в Москве, у них в Тбилиси. И поскольку это благотворительный концерт, и по
личной просьбе директора школы, то я согласился. Лет 8 я там не был. И я приехал, меня встретили бесконечной любовью от первой минуты до ночных посиделок грузинских. Это все было потрясающе. 3 дня с грузинским оркестром, с грузинской солисткой, девочкой, виолончелисткой. И я сам играл произведение Гии Кончели. В момент концерта переполненный зал, стали раздаваться какие-то крики, громкоговорители с улицы. Публика стала волноваться. Я сделал вид, что я глухой и ничего не слышу, свое играю. Это оказалось. Требовали выполнения закона. У них был закон об оккупированных территориях. 75 тысяч евро штраф и 3 года тюремного заключения. И называли мое имя, потому что я нарушил этот закон. Потом было смешно. Ну, приехала полиция, концерт доиграли до конца. Испортили, конечно, исполнение музыки Гии Кончели. Выяснилось, что, во-первых, они меня сначала приняли за Гергиева, Валерия Абисаловича. А он, поскольку он осетин по национальности, он, когда в Цхинвале была вот эта вся трагедия, он как раз там туда приехал и дирижировал. За год до этого, до меня в Тбилиси. А я сказал, что нам надо всем туда приезжать, и не только Валерий, а нам всем надо приезжать и там давать концерты. Но они-то не проверили, думали, что я-то был в Цхинвале. А это есть нарушение закона об оккупированных территориях. Но когда выяснилось, что я не Гергиев, а значит, Башмет, то там другой журналист тут же выкрикнул: «Да, но он же в Абхазии играл в прошлом году». Это правда. У нас был концерт в Абхазии. На Акацию можно играть в Абхазии, но прилетев в Тбилиси и оттуда официально переехать в Абхазию концерт. А мы просто приехали в Абхазию. То есть вот это, оказывается, нарушение оккупированной территории. Так вот, мы сидим, ужинаем дома, и меня по телефону вызывают из резиденции патриарха Ильи. И мы поехали поздно, уже вечером, поехали к нему. И после чего вот это мне подарило. Тут же я хотел спрятать под рубашку. Он говорит: нет, это надо носить сверху обязательно. И когда грузин видит эту вещь, я сначала пугался. Ну, просто вот на меня летит. А оказывается, он, увидев в 3 метрах, он наклоняется, быстро целует и бежит дальше. Но это уже не важно. Важно, я вам рассказал, почему, что это. Вы знаете, музыка, как и любая речь, состоит из... Ну, речь, текст, потом пауза, берем дыхание, да? В музыке это тоже, это называется фраза. Вот я хочу пожелать всем нам, лично себе лично и каждому из здесь присутствующих, ощущение великой паузы. Дальше, что самое главное происходит? Дальше эта тишина превращается в нечто из материального уже в духовное. Вот эта пауза, ощущение правды, ощущение радости, ощущение общности, ощущение вообще жизни. Вот я всем хочу пожелать вот этой душевной, осознанной, высоко духовной паузы. Спасибо.